Астрология может многое рассказать о характере и привычках человека, о том, как достичь финансового благополучия, встретить свою любовь и еще о многом интересном. В эфире телеканала «Видное ТВ» наша новая программа «12 созвездий», в которой мы дадим полную астрологическую инструкцию для каждого знака зодиака и поможем расшифровать подсказки планет. С 31 октября по 6 ноября – это неделя, которую мы проживем в коридоре затмений. Время турбулентности и трансформации. Тот, кто не ощутил их на себе на прошлой неделе, почувствует сейчас. Общий совет для всех знаков – займитесь укреплением важных для вас взаимоотношений и связей. И помните, что ссоры и расставания, происходящие в этот момент кармически, происходит своего рода чистка окружения. Прогноз для всех знаков зодиака подготовила наш постоянный астролог Кристина Терепа. Начинаем выпуск с Овнов. Вам сегодня повезло больше остальных. Для вас подробное предсказание на эту неделю. Кристина, здравствуйте! Что Овнам подготовили звезды? Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, дорогие телезрители! Я рада вас всех приветствовать. И эту неделю, как и полагается, я предлагаю начать с Овнов. Овны, на этой неделе вас могут преследовать разного рода искушения, но постарайтесь от них удержаться, так как сейчас в лунном коридоре, коридоре затмений, мы переживаем время, когда действительность искажается перед нами, а все содеянные поступки потом могут оказаться напрасными. Постарайтесь сейчас увидеть те перспективы и те возможности, которые рисуются перед вами, а накопленные знания и финансовые ресурсы приумножить. Так что займитесь лучше накоплением и собирательством, вместо того, чтобы растрачивать уже полученные знания и ресурсы. Ну а я желаю всем прекрасной недели, несмотря ни на что. До новых встреч! Спасибо, Кристина, а мы движемся дальше. Тельцам стоит уделить особое внимание деловым контактам и финансовым вопросам. На этой неделе перед Тельцами стоит задача выйти на новый финансовый уровень, прийти к новому сотрудничеству и разглядеть те перспективы, что проявляются здесь и сейчас. На этой неделе близнецам стоит запастись терпением. Вас будто будут проверять на прочность. Помните, что самая темная ночь перед рассветом. Сейчас окружающие будут обращать внимание на ваши слабые стороны. Без лишних эмоций примите это. Кому на этой неделе будет дана энергия, так это ракам. Активно займитесь решением текущих дел и обязательно спортом или любыми физическими нагрузками. Потому что когда на вас спускается большой поток энергии, главное ее правильно применить. Львы, вам на этой неделе лучше немного замедлиться и оглянуться вокруг. Присмотритесь к своему окружению. Соберите свои силы воедино, чтобы к середине месяца выстрелить с новыми силами и идеями вперед, с отредактированными мыслями и окружением. Девы, на этой неделе возможно зарождение новой идеи, стратегии или планов, но постарайтесь пока оставить их в форме мысли. Хорошенько подумайте перед тем, как приступить к действиям, и посмотрите, как будет меняться ваш план в течение недели. Реализацию наметьте на вторую половину месяца. Для весов это относительно спокойная неделя без резких перепадов и скачков. Позвольте себе отдохнуть и побыть в тишине от происходящих вокруг трансформаций. Планеты защищают вас и дают зеленый свет на ваши замыслы. Скорпионы, вам рекомендуется расслабиться на этой неделе и отдохнуть. То нервное напряжение, которое провоцирует ось затмений, проходя по вашему знаку, необходимо снимать релаксацию.
релаксирующими процедурами. Не делайте резких шагов, направьте свое внимание на что-то приятное, что есть в вашей жизни. Стрельцы – это удачная неделя, которая открывает перед вами возможности для отдыха и исполнения желаний. Хорошо отправиться в поездку или путешествие. Любое перемещение, как физическое, так и ментальное, принесет вам наполнение и радость. Обязательно поделитесь этим с близкими людьми. Козероги, пришло время пересмотреть все планы. Луна, словно ярким прожектором, высветит вам все то, чему пришло время уйти. Лучше не упорствуйте, поддайтесь этой трансформации и происходящим в вашей жизни изменениям. Водолеи, хотя сейчас и не самое лучшее время для новых начинаний, но вам звезды будто кричат «Вперед!». Завершите все начатое вами ранее, доделайте все отложенные дела и перестаньте уже откладывать завоевание желаемых вершин на потом. Рыбы, не обижайтесь, если внешний мир будет выводить вас на эмоции. Все это лишь для того, чтобы пробудить ваши внутренние силы к действию. Все, что касается творчества и общения, должно обрести форму на этой неделе. Проверяйте себя, не сидите в тени, действуйте. Вот такую неделю обещают нам звезды. Смотрите еженедельную программу «12 созвездий», и тогда ваша жизнь станет более предсказуемой, а будущее окажется именно таким, о каком вы мечтаете. В студии была Наталья Буслаева. До встречи!